بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علمنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Следующий хадис, الحديث الحادي والأربعون, 41 хадис. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال Абу Мухаммад Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас, радиаллаху анхума, сподвижник, сын сподвижника, говорил: «Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям». Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ля юмину ахадукум хатта якуна хаваху табаан лима джиту бихи». «Никто из вас не уверует полноценной верой до тех пор, пока страсти его не последуют за тем, с чем я пришел». «С чем пришел я», сказал пророк алейхи саляту вассалям. Говорит имам ан-Науи: «Хадитун хасанун сахих». Это хороший достоверный хадис. «Руинаху фи китаб аль-Худжа би иснадин сахих». Этот хадис мы привели к книге «Худжа» с достоверным иснадом. Что касается книги «Худжа» имам ан-Науи, это потерянная книга. Нету такой книги. Она утеряна. Что касается самого хадиса, хадис слабый. Недостоверный хадис этот. Некоторые ученые сказали, что он в принципе слабый, то есть своим иснадом. Другие же сказали, как значением, так и иснадом он слабый. Потому что значение недостоверное такое, если его понимать, как оно пришло. Но есть правильный тафсир этих слов, и сами слова при правильном толковании, иншаллах та'аля, достоверны. Что касается хадиса, он недостоверный, иншаллах та'аля. То есть говорит: «Ля юмину ахадукум хаза нафью нафа анху л-иман». То есть имеется в виду, не уверует из вас до тех пор, или же полноценной веры до тех пор, как сказал: «Хатта якуна хаваху таба'ан лима джи'ту бихи». То есть пока не, то есть его страсти не последуют за тем, с чем я пришел. У тебя джи-ту бихи или джи-та бихи? Джи-ту? Джи-ту. У меня джи-та, это ошибка. Джи-ту должно быть. Хорошо. То есть пока его страсти, айякуна хаваху ма яхва таби'ан лима джа бихи расул алейхи салям. То есть его страсти должны следовать за тем, с чем пришел посланник Аллаха саллаллаху алейхи салям. Вал хадис ва ин кана фи макал, валакин ан-Науи рахимахуллах сахаха. То есть шейх Фаузан говорит то, что даже хадис, хоть и в нем есть что-то, то есть о нем что-то говорят, то есть некоторые сказали, что он недостоверный, но имам ан-Науи сказал, что он достоверный. В то время как мы говорим, что имам ан-Науи от того, что он сказал, что он достоверный, он не привел ничего. Говорит, что привел я в книге Худжа, этой книги у нас нету сегодня. Понятно. То есть поэтому мы не принимаем эти слова. ويشهد له القرآن أيضا. То есть и другие некоторые тоже сказали, что этот хадис нету в нем проблем, но говорит назначение его Коран, то есть подтверждает это значение. Ведь Аллах سبحانه وتعالى сказал: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. То есть нет, я клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не возьмут тебя судьей во всех тех своих разногласиях. И после того, как ты какое-то решение принял, не найдут они в своих душах стеснения. То есть имеется в виду, то, что у них в душе будет следовать тому, с чем ты пришел. Фаякун хавахум таба'ан лима хакама ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям. То есть и поэтому их страсти, то, что у них в душе, будет следовать тому, с чем пришел пророк алейхи ва саллям. Валя якрахуна ма хакама бихи ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в каком значении? В значении, что они не будут ненавидеть то, с чем пришел пророк алейхи ва саллям. Если же мы просто оставим эти слова таким образом, что его страсти последуют за тем, с чем пришел пророк алейхи салям, это невозможно, братья. Потому что страсть, она на той страсти, что желает все плохое. И если мы скажем, что не верует тот, чья страсть не подобна тому, с чем пришел пророк алейхи салям, эти слова будут страшными. То есть, во-первых, недостоверный хадис, и само значение будет неправильное, потому что страсть на той страсть, что она противоречит сунне посланника алейхи салату вассалям. Но если здесь подразумевается, что тот человек не будет ненавидеть то, с чем пришел пророк алейхи салату вассалям, то это значение правильное, и на него, то есть у нас есть доводы из Корана. Аллаху а'лам. Фаман карихаху кана кафиран. Потому что тот, кто возненавидит то, с чем пришел пророк алейхи салату вассалям, какое-то постановление, которое нам принес пророк алейхи салату вассалям, станет неверующим. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Это потому, что говорит Аллах Субхана Тааля. Это потому, что они возненавидели то, что не спаслал Аллах Субхана Тааля, и Аллах сделал тщетными их деяния. فهذا الحديث يشهد له القرآن. Поэтому хадис этот с таким пониманием ему свидетельствует, то есть значению его свидетельствует Коран. Что касается самого хадиса, мы сказали, что хадис недостоверный. ومعنى هذا أن الإنسان يسلم لله ولرسوله ولا يعتدي. То есть его значение какое? Что человек предается Аллаху Субхану Тааля, его посланнику, и не противоречит.
وَلَا يَكْرَهْ مَا جَابِ عَنِ اللَّهِ وَالرَّسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ И он не должен ненавидеть то, что пришло от Аллаха, Субхану Тааля, и посланника. وَلَوْ كَانَ فِي مَشَقَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ Даже если это трудно ему. وَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرْ وَيَعْرِفْ أَنَّ هَذَا هُوَ عَيْنُ الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ لَهُ И он должен терпеть и знать, что это самое настоящее благо, самое, что только есть благо для этого человека. وَلَوْ كَانَ فِيهِ مَا يَشُقُّ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يُثْقِلُ عَلَيْهَا То есть даже если ему это трудно, даже если его душе это трудно и тяжело. فَإِنَ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ Потому что, как мы знаем, рай скрыт за тем, что нам неприятно, ненавистно. Аллах Субхану ва Тааля сказал: وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ И быть может вам ненавистно то, что является благом для вас, и быть может вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُسْلِمَ يُسْلِمُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ И это, то есть, требует от нас что, чтобы мусульманин подчинился Аллаху и его посланнику, وَيَعْلَمْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ وَالْخَيْرَ فِي مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ И знает он должен, что вся польза и все благо в том, что пришло от Аллаха Субхану ва Тааля и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. وَلَوْ كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا اسْتِثْقَالٌ أَوْ تَبَاطُؤٌ عَنْ ذَلِكَ Даже если его душа не желает этого, ей трудно это, والله يعلم وانتم لا تعلمون как сказал Аллах Субхану ва Тааля, Аллах знает, а вы не знаете. Это что касается 41-го хадиса.